привет! Снимаем нашу рубрику «Советы, рецепты, прикольчики». С вами Толяныч. Сегодня сюжет, посвященный чему? Как хранить сыр. Многие сталкивались с той проблемой, что сыр, лежащий в холодильнике, засыхает, покрывается плесенью и, в общем, буквально через несколько дней хранения имеет нехороший вид. Некоторые люди изощряются. Они ложат в специальные посудины, засовывают туда сахар, вермишель, еще какую-то ерунду, чтобы оно всасывало влагу, так сказать. Я вам скажу, на сегодняшний день самый простой способ решить эту проблему — это купите пищевую пленку. Пищевую пленку. Сейчас я вам покажу, как это будет. Вот у нас сыр свежий. Купили сырок, распаковали его. Упаковка пришла, конечно, в ненужное состояние. Мусор, так сказать. Ну и теперь мы купили простая, дешевая пищевая пленка, герметичная, которая выгоняет воздух, и практически нет доступа воздуха к нашему продукту. Что делаем? Просто раздвигаем нашу пленку, ложим сыр, берем простые ножнички, если кто-то ножом режет, но это будет неаккуратно, обрезаем излишки ножничками. Чик-чик-чик. Все, видите, готово. Далее, простые движения. Загибаем так, раз. Плотненько это делать нужно. Потом два. Поплотней. И потом загибаем бокал так плотно, чтобы воздух весь вышел из нашей упаковки. Итак, чпок. Все получилось. Вот это сыр у нас. С одной стороны остатки ненужные. И на них же будем ложить, чтобы не попадал воздух. Вот так ложите. Сыр можно теперь спокойно ложить в холодильник. Не надо ложить в кулек, ни в какие посудины. Просто вот в таком виде, в пищевой пленочке ложим его. И он у вас будет храниться очень долго и хорошо. Смотрите наши рецепты, советы. Если кому-то это будет в пользу, я думаю, будет в пользу. Потому что все мы люди живем одинаково. Так что мы будем рады, если поможем вам. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и с самыми добрыми намерениями, как всегда, с вами Толяныч. Пусть у вас будет все хорошо.